Юга Паева, Зачбур, Чолы. Вас приветствует передача «Финно-Угория». В Доме дружбы народов Республики Коми с успехом прошел 20-й детский фестиваль «Венок дружбы». 94 детских коллектива, около 400 участников состязались в четырех номинациях – народная песня, эстрадный вокал, художественное слово и народный танец. В этом году в конкурсе приняли участие и коллективы из Удмуртии и Коми-Пермянского автономного округа. Приехали на фестиваль и участники самого первого праздника. Всякий зевьёна переживает и нервничает, и челяди меня всякие джоляешь на волины. Петкодлисно удараса фольклорный номер кына кырбар. Хоч позже гудок так, шумно даёк тыны. И беританы да миян солистка щетисна путевка Орленок, с ямиан воли зевуджит кожин, выступает им администрация Сыктывкарсена вылын. И со коли кышво талун ме бара остуща сыкыр, сечай же джолеш, мичаеш, юмовеш, превник вом дораеш. Фестиваль не только раскрывает юные таланты, но и пополняет этнокультурное сообщество нашей республики. В Карелии семейный проект «Фильм о нас искают немцы и собаки» занял первое место на международном кинофестивале «Киноток-2019». В конкурсном отборе участвовали более 500 работ. Однако это не первый успех проекта. Я, наверное, Гитлера убью. Вот глаза закрою, бах, и выстрелю. В небольшой студии второй год идет кропотливая работа. Современные дети читают стихи об ужасах фашизма. Полные детской непосредственности, искренности и отчаяния строки сочинила в 6-летнем возрасте, а потом записала по памяти уже после войны русская поэтесса и педагог Алла Айзеншарф. В 2016 году в Санкт-Петербурге был издан альбом этих стихов, иллюстрированный рисунками детей. Год назад впервые издание увидели петрозаводчане Денис и Юлия. Тогда и начался семейный подвижнический проект. Когда этот альбом попал мне в руки, я прочитал, зацепило за живое. То есть захотелось его донести до как можно большего количества людей, чтобы об этом авторе, об Алле Айзеншарф, узнало как можно больше читателей. Прочувствовать самим и дать прочувствовать зрителям те эмоции, которые пережила, попав в гетто, маленькая девочка – вот главная задача проекта. Стихи озвучивают петрозаводские школьники. Показали альбом, они сами прочитали и сами выбирали стихи, которые их больше всего трогали. Мы им рассказали, естественно, всю историю и про Холокост, и про все ужасы, которые дети переживали в то время. Дети у нас все прочувствовали кожей и все это перенесли в микрофон. Мы им благодарны очень, потому что они настолько прониклись. Я каждый раз, то есть я их сначала с ними мы работаем, потом они записывают несколько дублей, потом все это сводим, и я каждый раз плачу. Почему мы в клетке? Здесь сидим в колючей. Почему нас немцы, как хотят, замучивают? А другие девочки на широких улицах бегают, смеются, с мамами целуются. Я спрошу у главного, кто всех главней на свете? Разве это правильно? Что он мне ответит? Сейчас к показу готовы 22 серии. Авторы отправляют их на всевозможные площадки, чтобы познакомить с материалом как можно больше людей. Первыми, кто взял фильм в свои фонды, стал музей героизма и Холокоста «Яд Вашим» в Израиле. Оживленный альбом детских рисунков уже представлен в президентской библиотеке имени Ельцина. Побывал на фестивале Януша Корчака в Санкт-Петербурге, а также на конкурсе социальных проектов при Ленфильме. Везде успех и большой интерес к работе. А впереди конференция в Риге и фестиваль военного кино в Туле. Тем временем работа над проектом продолжается. Музыка, спорт и грация. В Саранском музыкальном училище имени Кирюкова прошло юбилейное дефиле «Золотые эполеты» в честь 45-летия ансамбля «Барабанщиц». Их выступление уже долгое время украшает мероприятия любого уровня.
синхронность в каждом шаге и движении барабанной палочкой. При этом улыбка и строевой шаг словно на военном параде. Все должно быть синхронно. Вот сейчас ансамбль «Барабанщиц» представляет зрителям несколько новых оригинальных композиций на музыку современных авторов. Ансамбль – украшение любого мероприятия. Их улыбки и элегантность не перестают привлекать внимание, даже когда приходится выступать в собственный день рождения. А для Юлии Сурковой праздник немного грустный, ведь она выпускница. И для нее это, возможно, последнее выступление. Весь праздник девушка вспоминает, как в 16 впервые взяла в руки палочки и барабан. Я пришла и думаю, как так, я же никогда не барабанила. Нас учили, как нужно брать палочки. Мы так, главное, было страшно, мы же никогда это. Мы учимся на другой специальности, я, например, дамристка. Но, знаете, так втягиваемся в это все. Теплая обстановка в дружном коллективе девушек – это несомненная заслуга руководителя Тамары Масловой. 45 лет назад тогда еще 28-летнему преподавателю физической культуры доверили собрать ансамбль «Барабанщиц». При том, что сама женщина не имела музыкального образования. Она просто знала, как совместить спорт, музыку и грацию. Я хорошо слышу музыку и знаю хороший темп. Поэтому вот в сочетании с этим мне пришлось поработать со своим коллективом, и я набралась опыта, и у нас все получается. За 45 лет было много побед и ярких выступлений. А дефиле на Малых Олимпийских играх в 2000 году было одним из самых запоминающихся. Тогда в составе ансамбля было 100 человек. На чемпионате мира по футболу барабанщицы были несомненным украшением праздника. Но за всем этим стоят ежедневные кропотливые тренировки. Перед ними ставлю задачи, чтобы выполнить свою задачу на отлично, чтобы они выполнили ее правильно, красиво, четко и профессионально. Я могу и отругать, могу и приголубить, и могу объясниться, что я их очень люблю. Участницы коллектива сменяются каждые 4 года. Но, несмотря на это, все 45 лет ансамбль «Барабанщиц» не теряет красоты и грации и давно стал одним из символов Саранска. В Карелии, в поселке Челна, состоялся второй республиканский фестиваль охотничьих традиций. Пострелять по мишеням из лука или винтовки, увидеть самые лучшие трофеи, попробовать настоящую охотничью похлебку и полюбоваться на охотничьих собак пришли целыми семьями. Жители Карелии всегда были охотниками. Добытым мясом питались, а из шкур изготавливали одежду. Сейчас в карельском реестре охотников порядка 20 тысяч человек и более 30 охотничьих хозяйств. Собака для охотника – главный помощник. Так тоже было с давних времен. Выставка охотничьих пород стала центральным событием фестиваля. Итак, первыми идут карело-финские лайки. За ними идут западно-сибирские. Охотники из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и районов Карелии приехали вместе со своими питомцами на выставку собак охотничьих пород. Одни из самых многочисленных участников – карело-финские лайки. Эту породу в Карелии называют национальной, а охотники очень любят ее за подвижность, общительность и практически универсальность. Вместе с человеком лайки охотятся на боровую дичь и даже на лося и медведя. Трехлетний тайфун Дмитрия Сыроежина уже успел побывать в лапах косолапого. Хозяин чудом его спас. Спас, да. Удалось подскочить, буквально это было 150 метров от меня, вот в этом повезло, я успел подскочить. Ну, тайфуна очень здорово помяли, у него он и сейчас на мордочке отметины видны. Видите, тут остальное все под шкурой. Кроме карелок, здешние охотники держат русско-европейских и западно-сибирских лаек. Последние, в отличие от рыжих собратьев, более спокойны. Я уже давно держу эту породу и предпочитаю с молодости, с юности. И так вот, какой-то момент был, держали гонщик, но все равно душа оставалась лайками. И опять уже, сколько лет, 10 опять завели лайки. И не жалеем.
На площадке рядом лучшие повара ресторанов Карелии удивляли своим кулинарным искусством. Готовили классическую охотничью похлебку из того, что у охотника всегда было под рукой. Что он может взять с собой в лес? Из овощей, крупы, мяса. Мы сделали такой микс из кабана и лосятины. То есть сделали это все в одно. И то есть сама похлебка будет из двух видов мяса. Дети тоже смогли проверить свою ловкость, сноровку и меткость. В ходе мероприятия организаторы поставили амбициозную задачу – впредь выводить фестиваль на федеральный уровень. А в Коми эвакуировали лосенка. В последнее утро весны жительница села Дон Усть-Коломского района обнаружила под окнами своего дома маленького лосенка. Женщина загнала животное в хлев и вызвала охотоведов. Ближе к полуночи работники Печора Илыческого заповедника забрали его на новое место жительства. В заповеднике лось чувствует себя спокойно. Лосенок постарше наших, родившихся на ферме, покрупнее. Лосенок мальчик, и мы ему дали кличку Дон. Все жители, которые нас провожали, очень довольны. Правда, они сначала спросили, а можно так назвать? Да, пожалуйста, без проблем. Мордовская этногруппа «Ойме» занялась песнями Кавказа. Все началось с того, что лидер группы, этномузыколог Ежевика Спиркина, оказалась на отдыхе в Дагестане. Горный край запал девушке в душу. Ежевика стала искать кавказский фольклор на YouTube, и ей особо понравилась одна песня из Гунибского района. Девушка совместно с проектом «Арт Гуниб» организовала экспедицию на родину этой песни, где Ежевику консультировали уже местные бабушки, исполнившие эту старинную композицию. В ходе дагестанско-мордовского симбиоза появилась чудесная стильная история, основанная на древней кавказской легенде о мифическом божественном персонаже – матери ветра Гьорл Эбел, олицетворяющие природную женскую силу. Наш летний выпуск подходит к концу. Увидимся в следующую среду. До встречи в Финоугории!